Но мы уже сняли мою бабушку, разговор с моей бабушкой. Кстати, она только вашу пару, за вашу пару сказала хорошо, все остальные сказала то, что говно. И мы это сняли. И мы это все сняли, она прям так захейтила остальные бабушки. Да, там по всем пришлось, по-моему. По Николайчукам там. По Ромашову. А вы сняли, она это знала? Или вы втихаря будь здоров? Да, знала. Она начала делать, ой, не буду, уберите. А потом как ее понесло, господи. Я думаю, не дай бог, сейчас это еще, блин, ну прям жестко скажет, ее же на ТЭТ вызовут. Да, бабушка приедет, знаешь? Да, она приедет. Да? Там подрасскажет. Да. Ну, бабушка... Она меня с порога начала, вы почему не убираетесь в комнате? Жиза. А мы убираем, блин, что мы всегда убираемся в комнате? Да, когда бабушка увидела эфиры, в эфирах одна куртка на диване. Свиньи! По-любому, я так и думаю. А мы полежали... Мы убираем постоянно в комнате. Мы ж полежали, наверное, на кровати, короче, и все. Да, а можно я тебя перебью? Ты так просил этот я попросил, но я ел. И он в итоге целый. Я не такой голодный уже. Ты слышал, что бабушка Вики говорит только за нашу пару? Нет, бабушка Эдика. А? Эдика. А, Эдика бабушка. А моего отца мама. Я поняла. Светлана Саркисовна. Светлана Саркисовна. Да. Она армянка же тоже? Да. Она же, ты не слышала, что она на армянском разговаривала? А, ну да. Я думала, это бред какой-то просто. Армянский был. Эдик не от мира сего. Как с ним Вика живет? Вика, как ты живешь с Эдиком? Иногда сложновато бывает, конечно. Хочется просто... У нас сегодня утро началось, помимо того, что он телефон забыл. Это какой-то кошмар, мы с ним переругались. Хорошо, что у нас были билеты в разных частях самолета. Мы отдохнули 2 часа друг от друга. Но правда, что-то у Эдика произошло за это время. Что мы садились разные места специально? Или то, нет, что... нет, нам так... Ну, так взяли. Так взяли. Как... Они прям знали, что мне нужно было побыть одной хотя бы 2 часика. Посмотреть на облака. Правил ТикТок. И, короче, нравится, что ты даже слова против не говоришь. Талонку. Вы все не от мира всего. А ты просто нормальная, все остальные. Да, я самый нормальный, адекватный. Почему все остальные со мной могут нормально вести диалог? Почему Лёша Безус никогда... Лёша Безус может вести диалог с кем угодно. Абсолютно. Понимаешь, всё. Ты тут на буху не накидываешь. Вон Таня тоже самый нормальный ведёт диалоги. Да, я знаю, да, я проотвечалась. Блин, ребят, Алексей 10 колонок прислал. Спасибо огромное, если это нам, конечно. Я вот не понимаю, нам или им это. Спасибо, Алексей. Я уже не хочу отвечать. Там вам тоже отправляют? Да, да, Алексей, что за 10 колонок? Мы проигрываем. 5-4-3. Потому что они проигрываем. Ну? Да. Этот батл вы выиграли, этот батл мы выиграли. Да. Нормально. Отдых после матча 2:52.